7 октября свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В канун 63-летия президента России Тимати закрыл Красную площадь ради съемок клипа на песню «Мой лучший друг». Это президент Путин. Рэпер запустил в Инстаграм хэштег, приуроченный к выпуску нового видео. Таким образом, Тимати решил поздравить главу российского государства с днем рождения. Мой лучший друг встает за пульт, рейтинг растет, качает страна. Девочки просто от него без ума. Мой лучший друг пока не женат, работаем без перерыва. От понедельника и до субботы. Скажи, кто твой лучший друг, и я сразу скажу, кто ты.